Токареве ликвидируют несанкционированную свалку переработанных нефтепродуктов. Емкости с опасными отходами и прочий мусор убрали. Зараженный нефтью участок земли засыпали грунтом. А на прошлой неделе на место выехали представители администрации, чтобы провести выездное совещание по ликвидации последствий экологического бедствия. У нас поступил сигнал от жителей деревни Токарева о том, что на опушке леса практически неизвестными лицами произошел сброс нефтеотходов. На проверку данного сообщения на место выехали уполномоченные лица и спецтехника. Они убрали мусор, а зараженный участок земли засыпали грунтом. Приехали, здесь были бочки, была какая-то ветошь. Значит, ну, мы, соответственно, дали указание службам, мы убрали. И мы дали, значит, указание службам, которые занимаются, так сказать, отслеживанием экологической обстановки, проверить, насколько это опасно для жителей. Оказалось, совсем не опасно. В ходе проверки превышения допустимых экологических норм обнаружено не было. Жителям Токарева и близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. Тем не менее, власти просят всех быть бдительными и внимательно следить за экологической ситуацией в районе. Если удастся где-то сфотографировать, значит, номер машины или снять видео, как кто-то там выбрасывает мусор или какие-то загрязняющие там предметы, да, значит, фиксируйте, обращайтесь к нам, мы будем проводить расследование и наказывать. Для нас важно, чтобы, так сказать, те люди, которые захламляют нашу территорию, ну, понесли заслуженное наказание. Этот случай не первый зафиксированный. Сбор отбросов в Токареве уже случался. Однако силами местной администрации свалка была успешно ликвидирована. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.